Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду щуриться, возможно, у меня из глаз даже будут течь слезы, потому что за окошком такое солнышко, а я сижу прямо напротив окна, и это солнце светит мне в глаза. У меня такая, к солнечному свету глаза очень чувствительные, поэтому я все время такая вот прям держусь, что называется. Сегодня обзор белорусской косметики, новинок белорусской косметики. Это Люкс Визаж, Глиттер Рок. Обзоров на данный момент довольно мало. Я не так давно на своем канале выпускала видео, обзор swatch видео с тенями Matte Tint от Люкс Визаж. Я показала swatch всех оттенков, если вы еще не видели, обязательно заходите, смотрите. От теней я в безумном восторге. Я считаю, что Matte Tint — это просто люкс качества за копейки. Также у меня недавно на канале был обзор вот таких вот цветных подводок от Люкс Визаж, который называется Metal Hype. Тут уже дела обстоят не столь радужно. Мне эти подводки абсолютно не понравились. В видеообзоре я подробно рассказываю, почему наношу на свои веки. Это прям вот для меня провальный продукт. Ну а сегодня Glitter Rock. На данный момент коллекция насчитывает всего 5 оттенков. Сегодня я их вам всех покажу на свотче и на веках, как обычно. Как я снимаю подобные обзоры? Буквально минутку вашего времени, потому что мне кажется, что это важно. Я покупаю те или иные продукты, тестирую их. У меня складывается какое-то мнение, впечатление, а потом я лезу на просторы iRecommend, YouTube и так далее. Начинаю смотреть и читать отзывы, смотреть, что рассказывают о продуктах другие блогеры, сравниваю свои впечатления. И потом уже либо для себя это подтверждаю, либо для меня это совершенно не так, и в этом случае я сделала абсолютно точно так же. Обзоров на эти тени мало. И в основном они негативные. Я плюс-минус для себя в голове накидала список, что не нравится девушкам, которые тестировали эти тени. И расскажу свои впечатления. Ну и давайте начнем. Итак, как я уже сказала, коллекция насчитывает 5 оттенков. 301, 302, 303, 304 и 305. В одном из обзоров, по-моему, где-то на iRecommend, я читала, что тени имеют прозрачную базу, в которой, расположены разноцветные блестки. Именно так. Но я с этим в корне не согласна. Если посмотреть на свотчи близко, то видно, что дело обстоит ровно да наоборот. Блестки в тенях плюс-минус одинакового оттенка. Они под каким-то углом более холодные, более серебристые, под каким-то углом, вернее, даже в зависимости от того, какой свет на них падает, более теплого оттенка, а вот база, в которой растворены эти тени, вот она цветная. У каких-то оттенков эта база цветная более плотная, у каких-то более прозрачная, соответственно, и тени вот эти глиттерные на веках смотрятся какие-то более прозрачно, какие-то более плотно. Впрочем, это вы увидите чуть позже сами. Блестки во всех тенях абсолютно одинаковые, и размер этих блесток разный. Здесь есть мельчайшие вкрапления блесточек, а есть блестки такие, знаете, прям как лопухи. По поводу равномерности нанесения этих теней. Я тут попробовала тени наносить при разных обстоятельствах. То есть на голое веко, кстати, у меня кожа довольно сухая, на голое веко, на базу, на сухие тени, на руку, тоже на голую кожу, на крем, то есть сначала крем, потом тень. И вот что я для себя обнаружила. Эти тени очень по-разному наносятся в зависимости от того, какая кожа. Я так для себя поняла, что чем более жирная кожа, тем менее равномерно наносятся тени. Чем более сухая основа, то есть, например, сухая кожа век, тем более равномерно эти тени наносятся. Я бы не сказала, что тени наносятся какими-то кусками, по крайней мере, на мое веко. Единственное, что да, из-за того, что блестки в основе теней разного калибра, так скажем, может быть при каком-то освещении, при каком-то повороте головы создаваться такое впечатление, что где-то сосредоточение этих блесток больше, где-то меньше. То есть
такой эффект наложения теней кусками. Но на самом деле при близком рассмотрении я лично вижу, что тени наносятся довольно равномерно, опять-таки повторюсь, на мою сухую кожу век. Бывают глиттерные тени с других брендов, и там более мелкие частички, вот эти вот сверкающие, и создается эффект некого такого сияния, подсвечивания даже. В этом случае блестки очень видны, потому что они действительно очень крупные. То есть даже если я смотрю на себя на расстоянии вытянутой руки в зеркало, я вижу, что на моих веках крупные блестки. А основа, в которой растворены эти блестки, довольно липкая. То есть после нанесения на века вот эту липкость ощущаешь прям на самом деле очень долго. И это важно для тех, у кого нависшее веко, потому что это липкая основа. Если ей не дать засохнуть и вот так вот постоянно глазами моргать, особенно если у вас нависшее веко, то есть такой вариант, что тени могут собраться в складочку. У меня такого нету, потому что, во-первых, когда они подсыхают, я там не особенно как-то, глаза вниз опускаю и даю там минуту-две засохнуть. Но такой эффект есть, об этом стоит знать. Следующий момент, который мне абсолютно не понравился, и лично для меня в этих тенях, это самый такой большой минус, это то, что тени очень некомфортные. В каком смысле? Первый момент, это когда они липкие, еще не застыли, не засохли. И второй момент, когда они засохли, они настолько ощущаются на веках, что ты ходишь с макияжем и на своем лице ощущаешь только глаза. Потому что вот это ощущение слоя, ощущение какого-то стягивания, ощущение некомфортное. Поэтому, проходит полчаса, минут 40, либо они как-то, не знаю, что с ним происходит, конечно, ты их уже не настолько явно ощущаешь, либо ты просто привыкаешь к этому ощущению. Тут я разобраться не смогла, но они в этом плане, конечно, очень некомфортные. Тут, да, бесспорно. Один еще такой важный момент, кто-то из блогеров говорил или писал, может, на рекоменд, я, честно говоря, уже не помню, что тени могут жечь века. И тут очень интересный момент. Я показывала вам жидкие цветные подводки от Luxe Visage Metal Hype в одном из обзорчиков. И вот эти вот жидкие подводки щипали мне века так, что после того, как я их снимала, у меня века было красное. Я еле сняла Swatch видео, честно, у меня до слез просто. Я рассказывала в том видео, как раз еще в комментариях многие жалели. С этими глиттерными тенями у меня такого нет. Ни один оттенок у меня нет. Есть, знаете, ощущение какого-то, может быть, какого-то холодка, и то первые там парочку минут. Но вот так, чтобы жгло века, чтобы это пекло века, чтобы это было некомфортно, к счастью, в этом случае такого не случилось. Я, честно говоря, не знаю, как предполагал производитель, не читал ничего от бренда, как предполагается наносить эти тени на голое веко или на какую-то базу в виде сухих теней, жидких матовых теней, но предполагаю, что все-таки идеальное нанесение это на какую-нибудь основу, причем плотненькую, на темных тенях выглядят они красиво. И для того, чтобы показать вам разницу, как тени выглядят на голом веке и как на темных тенях, я наносила на свое веко темно-коричневые матовые тени, я вам покажу чуть позже, когда буду показывать свотчи этих теней. Очень хочется, чтобы было все максимально подробно, и нанесу и на руку, и на глаз, на голое веко, и на темные тени. По поводу осыпания этих теней, какого-то значительного осыпания в течение носки я не заметила. Опять же, тут стоит сказать о том, что тушь с моих ресниц не осыпается любая, тени на моих веках практически любые держатся долго и практически никакие не осыпаются. Тут, в общем-то, тоже я не заметила каких-то крошек осыпаний под глазами. Нет, есть, конечно, там 2-3 блесточки в течение дня могут осыпаться. Криминально ли это? Для меня нет, потому что даже если я пользуюсь сухими тенями с вкраплением блесток, глиттерными тенями, они в течение дня тоже могут осыпаться, смахнул там что-то, то есть нет проблем. Такого, что ты походил пару часов, и у тебя с верхнего века все осыпалось на нижнее, тут пусто, а тут густо, такого нету.
Ну, у меня такого точно не было ни с одним оттенком. Осыпание нескольких блесток под глаза для меня проблемой не являются. Что касается стойкости. На мой взгляд, у теней стойкость довольно неплохая. Если взять и потереть сводч с нанесенными тенями, то сводч не расползается, не стягивается и, в общем-то, остается абсолютно недвижимым. И при этом нет никаких проблем с демакияжем. Даже просто влажная салфетка, вот у меня вот такие вот детские влажные салфетки, даже просто вот такой салфеточкой все глиттеры и тени удаляются с кожи век и со сводчей на руке. Ну, в целом, без проблем, без какого-либо лишнего трения. Оттенков в коллекции пока мало. Не знаю, будет ли Люкс Визаж расширять данную линейку. Но, в принципе, все оттенки такие, знаете, что ни на есть. Вот ходовые. Серебряный, золотой, розовый, коричневый и самый темный. Тут сложно разобрать, потому что под, ну, такой он какой-то серо-золотистый. Ну, в общем, такие классические цвета. Как тени в целом выглядят на глазах при полном макияже. Тут на самом деле на вкус цвет. Вот что я могу сказать без лишних эмоций? Я, в принципе, человек, который не любит ничего блестящего. Я не люблю глиттеры, я не люблю украшения. Вы по мне вот можете видеть, я хожу, в общем-то, без колец, без украшений. Я просто не люблю это. Поэтому в данном случае я пытаюсь оставаться адекватной в своих суждениях. И несмотря на то, что глиттеры я в принципе не люблю, оценивать их качество не по личному вкусу, нравятся мне блестюшки, там блестяшки или не нравятся, а именно по качеству самого продукта. Что-то такое удивительно отвратительное в этих тенях я для себя не нашла. Ну, за исключением того, что они реально очень некомфортные. И вот это ощущение на глазах, ты вот ходишь, а тебе прям вот, ну, неприятно, неприятно, хочется умыться, удалить. Кроме этого, все остальное, на мой взгляд, на вкус и цвет. На каких-то веках будет выглядеть более равномерно, как я уже сказала в ходе моих экспериментов. А на ком-то, вполне возможно, они скатаются и будут одними такими, знаете, сплошными блестками. Например, в центре глаза, а здесь будет совсем мало. Такое возможно, судя по моим опытам. Еще раз повторюсь, что здесь нет эффекта сияния изнутри, подсвечивания, равномерного свечения, такого дорогого влажного свечения. Нет, здесь просто блестки на ваших веках. И тут просто перед покупкой стоит понимать, нужно вам это или не нужно. Если вам такой эффект не нравится, то в тенях вы однозначно разочаруетесь. Но есть любительницы крупных блесток, есть девушки, которые намеренно выбирают вот такой эффект. И если вот такой эффект вам нравится, то мне кажется, к этим глиттерным теням можно присмотреться. Тем более за такую бюджетную цену. Если бы они там стоили 1500, то для меня лично бы это было полное разочарование. За 250 рублей поколдовать с ними, нанести на темную основу в виде каких-то темных теней, на какой-то праздник, вот, приглушенный свет выглядит, ну, сияет, переливается. Смотрите, когда я вам буду показывать сводчи на один глаз, я тени наношу на тональный крем, сверху чуть-чуть припудренный, какой-то дополнительной базы нет, а на втором глазу у меня темные матовые тени коричневого оттенка. На этом, наверное, все. Все, что я вам хотела сказать. Ну, пожалуй, да. И мы приступаем с вами к сводчам. Я надеюсь, что они вам помогут при выборе, и для вас все станет понятным, ваш это эффект или не ваш. На этом и все. Я очень надеюсь, что
мои сводчи помогут вам при выборе, если вдруг вы все же решили купить данные тени, помогут вам при выборе или наоборот помогут отказаться от покупки, которую, возможно, вы планировали, если вдруг вы ожидали от теней совершенно другого эффекта. В свою очередь, хотела бы вам сказать огромное спасибо за ваше внимание, за то, что вы присутствовали. Желаю вам хорошего дня или ночи. Обязательно, кстати, пишите в комментариях, может быть, кто пробовал, какие впечатления. Ну, на сегодня все. Пока.